живущие в муниципальном управлении. Прям в муниципалитете, в смысле, да, конкретно? Да, то есть там 7800. Все, понял. Проблема – это равнодушие людей к происходящему, недоверие к власти. И что направлено к решению проблемы? Информирование, освещение проблемы, анкетирование и советоваться с местными жителями. То есть проблема ключевая, что просто жители не доверяют власти? Одна из таких проблем. Так. А вы решаете ее каким способом, что вы анкетируете, опрашиваете, вовлекаете? Ну, сейчас, если взять по креативному кластеру, мы создали группу Viber. Мы размещаем там постоянно ссылки на все обучения. Говорим, какие у нас действия. Если там есть какие-то домашние задания, мы их высылаем. То есть у нас сейчас 70 человек, которые активны и которым интересно это. Понял. То есть, ну, информационная открытость, да, по сути? Да. И то есть, ну, мы каждый шаг, который мы делаем, мы стараемся освещать. И создаете, ну, социальные связи через мессенджеры, да? Да. Хорошо. Хорошо. Все, да? Да. Спасибо.